У жителя Чемчирского района изъято сильно действующее наркотическое средство в крупном размере. Абшилава Эдуард Гивевич, 1986 года рождения, незаконно приобрел и хранил при себе в кармане носимых брюк заизолированный сверток с белым порошкообразным веществом внутри. Как впоследствии установлено экспертами ЭКЦ МВД Республики Абхазия, наркотическим средством метадон. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию гражданина Абшилава и изъятию последнего наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска Гулырыбского РОВД. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия проводит следственное подразделение отдела внутренних дел по Гулырыбскому району. Эдуард Абшилава на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде.